Сегодня производственные предприятия страны, входящие в состав Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, выпускают качественную экологически чистую продукцию, не уступающую зарубежным товарам. Предпринимателям нашей страны выделяются земельные участки под производство. На отведенных территориях создаются новые частные предприятия и фабрики, на которых производится различная продукция. Одним из таких предприятий является хозяйственное общество «Тайра-Саба», расположенное в Гингишлике Ангала Гюктепинского этрапа Халского вилаята. 17 мая 2022 года – памятный день для профессионалов этого экономического общества. Сегодня открыто и введено в эксплуатацию предприятие по производству зубных щеток, принадлежащее хозяйственному обществу. Сырьем для предприятия является туркменский полипропилен Каянлынского полимерного завода в поселке Каянлы Балканского вилаята, выпускающий высококачественные зубные щетки мирового уровня. В настоящее время продукция завода полностью насыщена внутренний рынок. Первые партии продукции начали поставляться на внешние рынки. Национальная экономика нашей страны, независимого постоянно нейтрального Туркменистана, растет день ото дня. На нашей солнечной земле увеличивается количество производственных предприятий, создающих в нашей стране разнообразные товары. Продукция, выпускаемая членами Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, пользуется большим спросом не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. В результате беспрецедентных усилий нашего уважаемого президента в стране создаются большие возможности для предпринимателей. Тем самым предприниматели нашей страны вносят достойный вклад в развитие туркменской экономики. Предпринимательство в стране и адресная государственная поддержка способствовали увеличению количества бизнес-ассоциаций и частных предприятий. Под руководством уважаемого президента на промышленных предприятиях нашей страны ведется работа по организации качественного и комплексного производства, созданию благоприятных условий для жизнедеятельности населения, а также созданию совместных предприятий. Планируются большие инвестиции в развитие и модернизацию отрасли, внедрение передового оборудования с участием зарубежных партнеров и, как следствие, увеличение ассортимента качественных товаров. Меня зовут Назар Ясклычев. Я являюсь директором хозяйственного общества «Тайра-Саба» в Гюктепинском этрапе Ахалского вилаята. В Туркменистане мы первыми начали производить зубную щетку из местных материалов, в частности полипропилена, производства Каянлынского полимерного завода. У нас очень большой потенциал для экспорта. На оборудовании Хендли мы производим 250 тысяч зубных щеток за смену, более 750 тысяч в месяц. Оборудование отвечает современным требованиям. Это только один из наших станков. Хочу представить вам и второй станок. Этот станок выполняет обработку ручки зубной щетки с помощью филамели. Для ручек зубной щетки мы используем итальянскую филамель. Лучшую филамель нам поставляет компания STT. Процесс производства осуществляется на оборудовании производства компании Джахарански.
Компания создала около 100 лет назад технологию для производства зубных щеток, и мы гордимся тем, что работаем с этой компанией. Кстати, производственная мощность второго станка – 25 тысяч штук в день. Переходим к следующей стадии производства. Здесь у нас находится полирующий станок под номером 3. Он позволяет отполировать зубную щетку и доработать для мягкости щетин. Наша зубная щетка работает с машиной, и у нас есть готовый продукт. Этот станок также производство немецкой компании Джахаранский. В конце производственного процесса мы получаем готовую зубную щетку и отправляем на станок под номером 4, который упаковывает изделие. Это упаковочная машина производства Джахаранский. Немецкий станок упаковывает от 30 до 60 зубных щеток в минуту. Мы используем декоративный картон для упаковок. Его производят местные предприятия, и у нас есть готовый продукт, загружаемый рулонами в машину. Наш конечный продукт упаковывается в специальную коробку. На ней наносится надпись на 4 языках – туркменском, английском, русском и арабском. Кстати, мы сотрудничаем с иракской компанией, которая является нашим дистрибьютором. Мы гордимся также сотрудничеством с компаниями из Объединенных Арабских Эмиратов, расположенных в Дубае. Мы используем QR-код для сканирования изделия, и у нас есть специальный логотип сертификации от немецкой компании, подтверждающий экологическую безопасность нашей продукции, которая не выделяет теплообразующие вещества. Language, Turkmen language, English, Russian and Arabic. Why Arabic? Because we have request from the Iraqi company, our distributor, we are proud of them, and the UAE company located in Dubai, and also we have a QR code. Наша продукция соответствует международным стандартам. Большое спасибо нашему уважаемому президенту за прекрасные возможности для производства. Желаю уважаемому президенту крепкого здоровья, долголетия и успехов во всех начинаниях. Предприятие по производству средств для чистки зубов, принадлежащее хозяйственному обществу Тезасаба, оснащено самыми передовыми технологиями в мире. Установленные здесь оборудования управляются автоматически. Продукция, произведенная с помощью этого высокопроизводительного оборудования, по производству зубных щеток также отличается своим качеством. Здесь производится большое количество зубных щеток благодаря эффективной работе современного технологического оборудования. Одним из успехов дружественного коллектива предприятия, усердно работающего над выполнением поставленных уважаемым президентом задач по налаживанию импортозамещающего производства, является успех в налаживании востребованного производства и обеспечении населения высококачественными изделиями. В эру возрождения новой эпохи могущественного государства, под руководством нашего уважаемого президента, наша страна достигла высокого уровня развития. Количество производственных предприятий в нашей стране увеличивается день ото дня. Под руководством нашего уважаемого президента предпринимаются постоянные усилия для обеспечения высокого качества выпускаемой продукции. В настоящее время развитие промышленного сектора нашей страны еще более заметно. Малое и среднее предпринимательство, занимая в последние годы достойное место в национальной экономике независимого постоянно нейтрального Туркменистана, уверенной поступью идет к новым успехам. Все это способствует укреплению экономической мощи страны, создает необходимые условия для процветания и приумножения международного авторитета нашего государства. В нашей стране создаются широкие возможности и условия для развития малого и среднего предпринимательства. Продукция, производимая представителями частного сектора, сегодня пользуется большим потребительским спросом на мировом рынке. С каждым днем растет число предприятий, продукция которых пользуется всевозрастающим спросом у внутренних потребителей. В год эпоха народа с Аркадагом они расширяют ассортимент производимых изделий. Продукция завода по выпуску зубных щеток хозяйственного общества Тезасаба экспортируется в зарубежные страны. Таким образом, данное хозяйственное общество вносит достойный вклад в дальнейшее укрепление экономической мощи нашей страны.
В период возрождения новой эпохи могущественного государства, в году, проходящем под девизом «Эпоха народа с Раканагом», наша страна стремительно идет вперед под руководством уважаемого президента. Созданы все условия для того, чтобы наши люди жили хорошо и отдыхали. Наш завод, производящий импортозамещающую продукцию в соответствии с задачами, поставленными уважаемым президентом перед туркменскими предпринимателями, оснащен оборудованием мирового уровня из Германии, Австрии и Турции, соответствующим мировым стандартам. Мы очень благодарны уважаемому президенту за предоставленные возможности. Искренне желаю уважаемому президенту крепкого здоровья, долголетия и успехов во всех начинаниях. Пользуясь большими возможностями в эру возрождения новой эпохи могущественного государства, хозяйственное общество ТЭЗ-Асаба ведет эффективную работу в году под девизом «Эпоха народа с Раканагом». На основании поручения, данным уважаемым президентом, на предприятии хозяйственного общества ТЭЗ-Асаба, входящего в Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана, налажен выпуск пользующейся большим спросом зубной щетки. Спрос на продукцию предприятия неуклонно растет. Это создает широкие возможности для уверенного движения к новым свершениям. В период возрождения новой эпохи могущественного государства возрастает потребность населения в высококачественной продукции, производимой здесь. Предприниматели, которые вносят достойный вклад в обеспечение столь качественной продукции на наших внутренних рынках, также экспортируют свою продукцию на зарубежные рынки. Работники частного предприятия выражают благодарность уважаемому президенту за проводимую государственную работу по развитию малого и среднего предпринимательства в стране. Наша страна движется вперед под руководством уважаемого президента в период возрождения новой эпохи могущественного государства в году «Эпоха народа с Раканагом», когда в нашей стране созданы все условия для плодотворного труда и заслуженного отдыха людей. Для производства импортозамещающей продукции построено и введено в эксплуатацию предприятие по производству средств для очистки зубов. Мы также подготавливаем продукцию, произведенную в упаковочном цехе этого предприятия, с этикеткой «Сделано в Туркменистане» и представляем ее нашим потребителям в виде готовой продукции. Весь производственный процесс на предприятии автоматизирован. Хотим выразить благодарность уважаемому президенту, создающему для молодежи прекрасные возможности для работы и учебы. Желаем уважаемому президенту крепкого здоровья и долголетия, а также дальнейших успехов в важной работе для развития народа. Большое внимание уделяется качеству продукции, производимой на предприятии по производству средств для очистки зубов, принадлежащим хозяйственному обществу ТЭЗ-Асаба. В результате поддержки туркменских предпринимателей со стороны уважаемого президента, хозяйственное общество ТЭЗ-Асаба за короткое время приобрело производственные мощности и вступило на стремительный путь развития. Работа на этом предприятии, имеющем большое значение для трудоустройства большого коллектива молодых специалистов, ведется в непрекращающемся темпе.
В этом производственном предприятии большое значение придается декоративным особенностям изделия. Экологически безопасные зубные щетки расфасованы в привлекательную упаковку. Основной целью хозяйственного общества «Тезособа» является содействие деятельности уважаемого президента по обеспечению благополучия населения, выполнению задач главы государства по обеспечению высокого качества безопасности, экологической чистоты и совершенства производимой продукции.